Ой, столько ли новостей сегодня, 1 апреля? Ой, колобок повесился, русалка села на шпагат. А у Китая вообще яйца нашли. Да еще и Буратино утонул, что делается? Еду я сегодня в автобусе. Пьяный мужик пробирается прямо по ногам. Как не стыдно с утра нажраться. А он повернулся и говорит: а что, я на работу не жравши должен идти? Но это ладно. Второй командировочный стоит и говорит: пришел в гостиницу, а там все места заняты. Кроме одного в двухместном номере. Его, конечно, предупредили, что свободно там одно место, и что там сосед громко храпит, и никто там не может уснуть. Я согласился, поскольку выбора все равно нет. Утром выхожу свежий, отдохнувший, и все начали спрашивать: как вам удалось выспаться при таком храпуне? Я и рассказал. Зашел в номер, он храпит. Я подошел, поцеловал его в щечку и сказал: спокойной ночи, противный. Он проснулся и не только не храпел, даже и глаз не сомкнул. Вот поэтому я спал. Удачи вам, вы все самые лучшие.